Делай ставки на GGBet – лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet – лучшие ставки на киберспорт. Всем привет, ребята. Сегодня мы будем отвечать на вопросы наших фанатов, которые вы оставляли. Пойдемте к ребятам. Началось все с того, что я стримил Arma 3. Однажды увидел анонс от PlayerUnknown, что будет Battle Royale свою собственную игру он делать. Попробовал, поиграл, зашло, и как-то так я познакомился с этой игрой. В PUBG начал играть где-то в августе, получается, 2017-го. Просто из-за этого изначально играл в Arma 3, в Battle Royale, нравился этот жанр, и не мог пропустить, как бы, и попробовать поиграть в PUBG, зацепило, и начал играть там турниры и так далее. В игры другие особо не играю. Сейчас ни во что не играю, кроме PUBG. Играл в Арму вторую, нравился мод Battle Royale, так и нашел PUBG. Меня позвал друг играть в PUBG. Я до этого никогда не играл в Battle Royale игры, Survival. До этого играл только Counter-Strike. Вот, и мне хотелось попробовать что-то новое. Поиграл спустя 2-3 месяца, у меня компьютер вообще не тянул эту игру. У меня были просадки по FPS-у, домики были все пиксельные. После этого я решил, попробовал свои силы, посмотрел, что я вроде бы могу, но не был точно уверен. То есть я не думал, что мне даст сильный компьютер какой-то буст в этом. То есть, соответственно, я купил компьютер, обновил себе компьютер, у меня стало больше FPS-а, домики стали не пиксельные. Я начал играть на рейтинг, там, что, сейчас существует по-прежнему ладдер, но на тот момент он был более актуален, чем сейчас. Сейчас на ладдер уже никто толком не играет, потому что появилась такая платформа, как Faceit и так далее. То есть. Сыграться было не тяжело, у всех было хорошее отношение друг к другу, хорошо общались. И, в принципе, все изначально пошло хорошо. Тяжело ли было сыграться? В принципе, нет. Все игроки с опытом игры. При этом до этого мы не общались вместе. То есть, скорее всего, они трое дружили уже, как-то общались друг с другом, а со мной не было никакого контакта. Но мы быстро сыгрались, и ничего сложного не было. Все понемножку уносят позитив, поэтому нет такого конкретного человека, который самый веселый. Каждый человек у нас смеется, не знаю, шутит. Есть моменты веселые от каждого человека. В общем, мы как одно единое. Самый позитивный Максизор, наверное, а оптимист Ануктив. Я? Все хорошо. Я же сам с тобой пошел. Я стал нереально много зарабатывать. В принципе, у меня появилось много свободного времени, и все. Возможности, не знаю, жизнь становится каждый день лучше и лучше, играя в PUBG. С финансовой стороны, с эмоциональной. Много нового видишь в мире, по странам катаешься. То есть одни плюсы, рад, что играю в эту игру. Если бы я не был в киберспорте, то, скорее всего, я бы дальше бы стримил и, возможно, бы закончил учебу. Вопрос сложный, не знаю. Даже не представляю. Есть вариант, что получил бы грин-карту и уехал с нашей стороны. Достаточно, но хотелось бы больше. $1000 за матч. Я уже сказал, я миллионы зарабатываю. Да я не считаю, что мы плохо выступили на ГЛЛ. ГЛЛ было все более-менее хорошо. Много убивали, чуть-чуть не везло. Ну и по итогам 9 место. Сложно сказать, что это было неудачное выступление. Оно неудачное в том плане, что мы 9 место заняли. Но по игре мы только улучшились и извлекли много ошибок. Так что, по идее, в будущем должно быть лучше. Но пока нынешние результаты показывают обратное. Будем работать. ЕБР на мили, М20, ой, АВМ на СР. С аирдропа, естественно, гроза вместе с АВМом.
Из доступного, который спавнится на карте, это Берил, но он очень сложно контролится, поэтому я бы взял, наверное, 416 М-ку и был бы доволен. Самое сильное, если не взять аирдроп, как по мне, SLR, он очень больно бьет. То есть, если не брать снайперский винток, соответственно, понятно, что коряк М24 ваншотает в голову, а именно по демеджу, это, наверное, SLR, это самое такое сильное оружие. Самое сильное АВМ 100%. Не знаю, наверное, девочек. Я даже не знаю. Да и все, что добавляют, то добавляют. Что-то хорошо, что-то нет. Я не знаю, у меня нет идей. PUBG, что добавить? Парашюты, может, переработать? Ну, я добавил бы в папку точно прострелы. Это бы упростило пуши домов. И, в принципе, намного бы комфортнее было бы играть. Ужасно неприятно, когда ты стреляешь по деревянной палке, она не простреливается, и ты такой, а что? Не знаю. Пел вот пройдет первая часть сезона, так сказать, первый пела. Там будет видно. Пел закончится первый сезон и все. На этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что мне точно нельзя знать, сколько буду игра жить, потому что я играю в эту игру, а знать только разработчикам, скорее всего. Я думаю, еще долго, как минимум сезон полный годовой, который будет от Пела, пройдет. И думаю, после этого тоже жизнь продолжится. Многие пророчат смерть, но это такое себе. Мне кажется, все окей будет с пабгом. Ну что, ребята, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Ну, наш канал, им это YouTube канал, Instagram, ВК-группу. Оставляйте комментарии, также будем отвечать. Все супер, болейте за Авангард. Всем пока.